правительстве провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили обстановку на дорогах региона. Сегодня ночью и утром во многих районах Ульяновской области выпал мокрый снег с дождем, а при минусовой температуре на дорогах образовалась гололедица. Как результат, многие автобусы так и не выехали за пределы населенных пунктов. Были отменены междугородние рейсы в ряде муниципалитетов. Не обошлось без ДТП. В Корсунском районе слетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус. Пострадало 13 человек. Двоих госпитализировали. Обязываю всех взять под личный контроль проведение работ по борьбе с этим природным явлением. Дорожные службы, коммунальные службы. Все должны работать до тех пор, пока не будут выполнены все мероприятия, чтобы обеспечить безопасный и проезд, и пешеходное перемещение на территории всех муниципальных образований. Совместно с ГИБДД было решено приостановить движение ряда автобусных маршрутов, как от Ульяновского автовокзала, так и на автовокзалах районных центров. Как отметил Андрей Тюрин, с пассажирами, кто уже приобрел билеты, необходимо провести разъяснительную работу и обеспечить горячим питанием. Дорожная ситуация будет отслеживаться в течение всего дня. По информации синоптиков, местами пройдут осадки, а температура удержится на нулевой отметке.